Так, коллеги, всем добрый день. Меня зовут Павел Бучко. Я являюсь академическим директором по математике в онлайн-школе SkySmart. Сегодня мы с вами поговорим про изменения в ЕГЭ по математике в базовом уровне и профильном уровне. Также рассмотрим различные, некоторую статистику по решению задач в ЕГЭ профильном. Там изменений было побольше, соответственно, мы разберем профильный уровень ЕГЭ по математике чуть подробней. Также посмотрим на новые программы начального и основного общего образования, то есть для 1-9 класса, которые нам предложили и которые утвердили в мае 2021 года, и сейчас они проходят апробацию. Предполагается, что они вступят в силу как раз вот с сентября. Так, давайте еще, может, минутку подождем, пока остальные подключатся. Можете пока написать, из каких вы городов. Я думаю, что география у нас будет сегодня довольно широкая, потому что ЕГЭ, как известно, оно... это такой федеральный экзамен, будет полезен всем, ну, собственно, как и программы, они тоже затронут каждую школу без исключения. Так, ну что ж, давайте, ага, вижу Новосибирск, здорово. Привет, сибирякам. Надеюсь, что у вас уже весна наступила. В Москве она так, минус 11 было, например, ночью. Ну что ж, давайте тогда начнем. Я думаю, что коллеги, которые захотели подключиться, подключатся. Если подключатся чуть позже, то смогут посмотреть запись и задать свои вопросы, соответственно, письменно. Также, если будут у вас вопросы по ходу презентации, пишите обязательно в чат. В конце я постараюсь ответить на все вопросы, которые возникнут, ну и немножко обсудим, если останется время. Итак, соответственно, начнем мы с ЕГЭ базового уровня по математике. Напомню, что у нас ЕГЭ по математике делится на два уровня, так как математика является обязательным предметом. Базовый уровень сдают ученики, которые не собираются поступать в университеты, в которых необходимо профессиональное знание математики. И, соответственно, ну, тем не менее, им необходимо получить аттестат. То есть оценка за базовый уровень, за ЕГЭ по базовому уровню, она учитывается в аттестате и является как раз критерием для его выдачи. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас изменилось. Убрали задание номер 2 на вычисление. Это было задание на вычисление. Эти вычисления добавили в задание номер 7, то есть, по сути, расширили вариацию задания номер 7. Добавили два новых задания. Это номер 5, номер 20. Номер 5 направлено на работу с клеткой, то есть такая геометрическая задача. Задача номер 20 проверяет умение решать текстовые задачи. По сути, мы дальше еще рассмотрим. Это обычные текстовые задачи, которые вы можете обнаружить, например, во второй части ОГЭ. Вот. Или же в первой части ЕГЭ профильного уровня. То есть, в принципе, задача такая несложная. Тем не менее, так как убрали одно задание и добавили два, то количество задач увеличилось на одну штуку. Теперь у нас 21 задача. И так как каждая задача стоит по одному баллу, то и максимальный балл увеличился до 21. Соответственно, здесь представлены примеры заданий номер 5, которые направлены на работу с клетками. Так, необходимо определить, например, масштаб, так, то есть оценить, скольким квадратным километрам равна площадь озера Великое. То есть здесь, в принципе, проверяется умение ученика определять площадь, работать
с картами, то есть, по сути, применять те геометрические знания, которые он приобрел за 11 лет учебы на практике. Ну и, кроме всего прочего, в принципе, работать с клеточными листочками и находить площадь различных фигур. Далее, задание номер 20. Это обычная текстовая задача. Это может быть задача на движение. Это может быть задача на проценты. Эти обе задачи представлены в демо-версии ЕГЭ базового уровня за этот год. Напомню, что два прошлых года были пропущены из-за пандемии. То есть в 2020 и 2021 году ЕГЭ базового уровня не проводился. В этом году пока что все в силе. Будем надеяться, что так и продолжится. То есть его все-таки проведут. Соответственно, я думаю, что в задании номер 20 также могут быть вариации не только задач на движение, но также задач на работу, бассейны и так далее. Но, тем не менее, они будут не такого невысокого уровня. Давайте посмотрим на шкалу. В целом, по моему мнению, изменения в базовом уровне ЕГЭ по математике незначительные. То есть одну задачу убрали, как бы две добавили, но в целом, учитывая таблицу перевода из первичных баллов в отметку в прошлом, ну, в 2021 году и получается в 2020, в 2019, так этот балл, скорее всего, добавят к пятерке, то есть будет от 17, например, до 21. Вот. Ну, тем не менее, пока что каких-то официальных документов на тему перевода из первичных баллов в отметку я не видел, поэтому тут мы можем, к сожалению, только гадать, ну, или ориентироваться на известную информацию из прошлых лет. В любом случае, учеников стоит готовить, чтобы они решали хотя бы половину, ну, как минимум для того, чтобы они смогли получить аттестат. Вот. Как правило, такие ученики, которые сдают ЕГЭ базового уровня, у них довольно слабая подготовка по математике, тем не менее, задачи, которые предлагаются в ЕГЭ базового уровня, также не отличаются особой сложностью. Так, это были изменения про ЕГЭ базового уровня. Давайте я проверю чат, если у вас есть вопросы, можете написать сейчас. В принципе, можете писать по ходу презентации. Так, вижу, что вопросов пока нет, тогда давайте перейдем к следующему. Это ЕГЭ профильного уровня по математике. Здесь изменений у нас гораздо больше. Также мы рассмотрим некоторые методические рекомендации, которые дают эксперты ФИПИ. Ну и я, соответственно, от себя также добавлю некоторые свои наблюдения. И статистика решения задач за прошлый год, то есть 21-й ЕГЭ профильный, напомню, он всегда у нас проводился. Соответственно, давайте смотреть. Ключевые изменения в профильном уровне были следующие. Во-первых, убрали первые три задания, номер 1, 2 и 3, совсем. Добавили две новые задачи в первой части. Это на работу с элементарными функциями и графики, а также на задачу на теорию вероятности. Кроме того, увеличили значимость геометрии, ну, в частности, стереометрии. То есть задание номер 13, которое раньше стоило 2 балла, теперь стоит 3 балла первичных. А задание номер 15, это которое экономическое, так, ну, ее чаще всего таким образом называют, да, где проверяется умение ученика строить математические модели и исследовать. Теперь вместо 3 баллов стоит 2 балла, ну, я думаю, потому что многие уже научились ее решать. Напомню, что она появилась относительно недавно в профильном уровне ЕГЭ. И, тем не менее, сейчас вот довольно прочно закрепилась.
Соответственно, если говорить о голом итоге, то у нас количество общее первичных баллов уменьшилось на 1 и теперь составляет 31 первичный балл. Как будет происходить перевод из первичных в тестовые баллы, ну, время покажет. Давайте рассмотрим новые задания и вариации, которые нам предлагает FIPI. Какие задания могут быть номера 9, которая направлена как раз на работу с элементарными функциями и их графиками. Как видим, в основном здесь представлен график некоторой функции, так линейной, обратной пропорциональности, корня, логарифма, показательной и так далее. И далее нам необходимо по нему определить некоторые коэффициенты. Чаще всего. То есть, по сути, на самом деле ученику здесь достаточно будет ориентироваться в целом в графиках и уметь решать системы уравнений, знать, как подставлять числа в исходную функцию и решать. Думаю, что сильные ученики справятся с этим заданием без особых проблем. Тем не менее, ученики, у которых слабые или средние знания, им это задание в основном из-за новизны будет таким, ну, придется приложить достаточно интеллектуальные усилия, но тем не менее я думаю, что если подтянуть именно понимание графика функций, то особых проблем возникнуть не должно. Задание номер 10 на теорию вероятности интересно тем, что по сути, у нас, как вы помните, было задание номер 4, где ученику могла достаться либо задача на условно простую теорию вероятности, да, там, где задача, например, про, ну, например, как есть корзинка с пирожками, 15 пирожков, да, там 3 пирожка отравлены, какова вероятность съесть пирожок и не отравиться. Вот такая довольно простая задача. Так и могла попасться задача на условную вероятность, например. Сейчас решили эти задачи разделить на две. Так, то есть остается предыдущая задача с условно простой вероятностью, так и добавили, получается, задачи на применение более сложных теорем теории вероятности. Соответственно, учитывая, что это 2 первичных балла, это довольно много, таким образом повышается значимость теории вероятности в целом и значимость теории вероятности в изучении математики, ну, получается, с 5 по 11 класс, потому что в первом, четвертом, в принципе, не рассматривается вовсе. Итак, еще немножко хотел поговорить про как раз-таки перевод из первичных баллов во вторичные, ну или тестовые, как это происходило в 2021 году. Обратите внимание, красной линией я отметил минимальный балл в принципе, чтобы поступить в ВУЗ, так, то есть нужно набрать хотя бы 6 баллов, то есть решить хотя бы 6 задач из 11, так, то есть напомню, учитывая, что убрали 3 задачи и добавили 2 в первую часть, то теперь у нас в первой части всего лишь 11 задач. Так? Соответственно, нужно решить больше половины из них, то есть 6 задач нужно решить, чтобы преодолеть порог и была возможность подать документы хоть куда-то. Чтобы была возможность подать документы в ВУЗы Миноборнауки, необходимо набрать 8 баллов и выше. Ну, соответственно, это, по сути, нужно ориентировать ребят, чтобы они решали полностью первую часть, даже если, в общем, если ученик у вас не тянет и не может решать первую часть, то, возможно, стоит его переориентировать на ЕГЭ базового уровня. Вот, потому что есть вероятность, что он не сможет преодолеть порог. Зеленым, тем не менее, обращаю внимание, что вот эта кривая, она дает
довольно много шансов ученикам среднего уровня, потому что, то есть, которые могут решать первую часть и могут решать задачи из второй части, ну, не все, но там какие-то хотя бы. Потому что, обратите внимание, вот зеленым я отметил линию в 11 баллов. Так, соответственно, 11 баллов это вы получаете, если решаете все задачи из первой части. И вы таким образом уже можете претендовать на 56 тестовых баллов. Вот. Ну, это как бы немало. И дальше с каждым новым первичным баллом, вот 13 баллов, до 13 баллов это там наибольшая цена первичного балла, так? То вы получаете 68. Дальше каждый новый первичный балл это плюс 2 тестовых балла и так далее, до, соответственно, 100. Вот. То есть дальше цена первичного балла она немножко уменьшается. То есть, в принципе, если у вас ученик среднего уровня, и вы понимаете, что, там, например, какие-то задачи, например, на традиционно более сложные, это планиметрия сложная, и, например, на параметры, вот, то тратить на них время. Ну, на них можно время не тратить и сконцентрировать внимание на тех задачах, которые у ученика получаются. И тогда, как видите, можно получить довольно хороший тестовый вариант. Дальше, соответственно, посмотрим сейчас, как решали в прошлом году ребята, какие задачи. Здесь дальше будут указаны 2%. Первый процент – это ученики, которые преодолели порог, но и только, то есть слабого уровня. Второй процент – это, так сказать, последний квартель, то есть те ученики, которые набрали больше 80 баллов. Ну, тут со вторым процентом в первой части, в принципе, все понятно, да, то есть как бы 99% решает, скорее всего, ребята, которые здесь ошиблись, это были опечатка или невнимательность, ну, то есть некоторая доля случайности. Тем не менее, у слабых учеников, те, которые преодолели порог, процент решения тоже довольно высок, да, то есть 86, 76, 49%. Собственно, именно поэтому эти задачи и убрали. То есть эти изменения... Они для сильных учеников и среднего уровня на самом деле значить особо ничего не будут, потому что задачи из второй части в целом не поменялись, а задачи, которые добавились в первую часть, они и так прекрасно решают. А вот для учеников, которые рассчитывали легко и просто преодолеть порог, им будет гораздо сложнее это сделать. Вот, поэтому им нужно будет потратить, ну, больше времени и усилий на то, чтобы подготовиться к ЕГЭ по математике, чем раньше. Это про задачи номер 1-3. Здесь как раз задача номер 4. Обратите внимание, что и процент ее выполнения выше, чем у задачи номер 3. Это потому, что здесь задачи были как раз, вот, как я упоминал выше, про пирожки. То есть эта задача довольно простая, и процент, способ ее решения очень арифметический и алгоритмический. Здесь, в принципе, ребята часто ее решают даже без какого-либо понимания, что такое вероятность и так далее. Вот. Соответственно, видимо, чтобы это исправить, разделили эту задачу на две, на более простую и более сложную. Ну, будет интересно посмотреть, как с этими задачами справятся ученики в этом году. Будем следить. Дальше задания 5, 7 и 9 не изменились. Так, обращу внимание, что наибольшие вопросы возникают с заданиями
с производной. Здесь чаще всего путаются, да? То есть обратите внимание на процент выполнения. Ну, очевидно, что задание на решение простых уравнений, тоже учитывая, что там есть вполне понятные алгоритмы, которые можно заучить, в принципе, процент выполнения даже слабыми учениками довольно высок. Далее задачи номер 10, 11 и 12. Это задания считаются повышенного уровня первой части. Так, здесь у нас расчеты по формулам, текстовые задачи и процент, и нахождение производной. Ну, по сути, точка максимума, минимума, экстрема и так далее. То есть задание номер 12, задание номер 7, они связаны, просто в задании номер 7 мы смотрим на графическое представление, в задании номер 12 у нас полноценное исследование функций. Тем не менее, интересное наблюдение здесь. Обратите внимание, что задание номер 10, у него наибольший разбег, слабые ученики его выполняют хуже, чем текстовые задачи. Потому что текстовые задачи в основном также они, там есть определенный список типов, которые не бывают. Это там задачи на движение по кругу и так далее. Там есть стратегии для их решения. А в задаче номер 10 необходимо внимательно прочитать довольно обширный текст и применить формулу. И, как мы видим, этот навык чтения текста и применения того, что ты там видишь, развит, к сожалению, не так хорошо, как хотелось бы. Вот. Над этим стоит поработать, тем более, что это задание, по сути, не очень сложное, то есть оно не требует каких-то суперспециальных математических знаний. Дальше мы рассмотрим как раз задачи из второй части. Здесь уже 1%. Так, это тот процент выполнения учеников, которые набирают больше 80 баллов. Так, обратите внимание, что и 13, и 15 здесь у нас наибольший процент. Так. И номер 17 тоже довольно высокий. То есть 88% ребят, которые набирают больше 80 баллов, они решают задание номер 17 на полные 3 балла. Вероятно, из-за этого и решили понизить количество первичных баллов, которые дается за эту задачу, в пользу стереометрии, которую мы немножко дальше рассмотрим. Кстати, вот именно по этим процентам видно, что где у нас проседает знание по каким темам. Вот, поэтому, в принципе, если интересно, можете посмотреть методические рекомендации также и за 2020 и 2019 года. Вот. Там есть довольно много интересного. Итак, дальше перейдем к геометрии. Здесь обратите внимание, что задание 14 – это стереометрия, точнее, это планиметрия. Так? Нет, прошу прощения. Это как раз стереометрия, которая сейчас становится заданием номер 13. И которая теперь стоит 3 балла вместо 2, ее решает 21% учеников, которые набрали больше 80 баллов. То есть на самом деле я подозреваю, что большинство из них просто в принципе не обращают внимания на стереометрию, потому что объем знаний и теорий, который необходим для решения таких задач, довольно высокий. А 2 первичных балла – это не очень много. Ровно поэтому сейчас повысили приоритет для стереометрии, чтобы повысить, соответственно, заинтересованность и решаемость таких задач по стереометрии. Ну, тем не менее, задачи с первой части по планиметрии и стереометрии у них, в принципе, довольно высокий процент решаемости. В принципе, они такие несложные, скажем так.
сравнительно. И последняя задача, номер 16, 18, 19. Здесь, в принципе, все предсказуемо довольно, потому что 16-я задача планиметрическая, она традиционно сложная, и чтобы научить ее решать, как бы это необходимы уже сформированные навыки за предыдущие года, то есть тут не получится, что называется, натаскать. Здесь необходимо быть готовым к различным, к применению различных стратегий при решении планиметрических задач. В задании номер 18 это параметры аналогично. А вот номер, на задаче 19, в этом году это задача номер 18, я остановлюсь подробнее. Обратите внимание, что среди учеников, которые набрали мало, но все-таки преодолели порог, 3% набрали 1 балл по этой задаче. И это важно рассказать ученикам, что они могут набрать один первичный балл, если они смогут решить пункт А из задачи номер 19. В принципе, это довольно реально сделать. Это как раз-таки задача первого уровня, что называется. Пункты Б и В, конечно же, гораздо сложнее, но пункт А вполне решаем. И я думаю, что 3% здесь только из-за того, что многие ребята об этом не знают и пугаются последних задач. Вот, и даже не приступают к их решению. Тем не менее, вот есть такое интересное наблюдение. Хорошо. В принципе, по ЕГЭ профильному это все, что я хотел сказать. Вот, если у вас есть вопросы про профильный ЕГЭ по математике, пишите. Будет интересно услышать. Так, пока вы пишете, напомню основные еще раз изменения, что у нас убрали первых три задания, которые самые простые, так, их почти все делали, добавили две новых задачи, это на работу с функциями и графиками, и на теорию вероятности. То есть теория вероятности, она приобретает значительный вес. Также увеличивается роль стереометрии, потому что задание номер 13, которое раньше стоило 2 балла, теперь стоит 3 балла, и задание экономическое, которое задание номер 15, теперь стоит 2 балла вместо 3. Хорошо. Так, что ж, соответственно, теперь переходим к обсуждению новых программ по математике для начальной и основной, для начального и основного общего образования. В мае 2021 года Министерство просвещения приняло новые образовательные стандарты. Соответственно, в этих документах содержание обучения конкретизировало по каждому классу, то есть не по параллели, как раньше, да, раньше было для 1-4, отдельно результаты для 5-6, для 7-9 и для 10-11. Теперь по каждому классу есть конкретные результаты и конкретная программа. Соответственно, сейчас идет апробация этих документов, этих программ. Ну и после апробации это приведет к изменениям в учебниках. Про учебники я дальше расскажу чуть подробнее. И, соответственно, сейчас уже имеет смысл изучить эти программы и потихонечку их самостоятельно пробовать вводить в работу у себя в школе. Из позитивного, что могу сказать, это таким образом они выглядят. Они выложены на сайте Института стратегии развития образования. Их можно скачать, в принципе, без особых проблем и рассмотреть вот по математике. Отдельно для 1-4 классов и отдельно для 5-9 классов.
Структура программы, то есть из чего состоят эти документы. Во-первых, это пояснительная записка, где описываются там, цели изучения, характеристика и так далее. Это содержание образования по годам обучения, обращаю внимание, то есть у нас теперь для каждого класса зафиксированы результаты, то есть нет, даже не для параллели, а для каждого класса. И планируемые результаты освоения рабочей программы, личностные, метапредметные, а также предметные. И тематическое планирование. И вот насчет тематического планирования я тут остановлюсь подробнее. Сейчас многие, ну как бы, сейчас требуется как для каждого учителя, для каждого класса составлять отдельно календарно-тематическое планирование, так, по учебнику, который, по которому учитель ведет в своем классе. Теперь же этот стандарт будет работать вместо этого документа, и, ну, таким образом количество, получается, бумажной работы, оно сокращается, потому что можно, по сути, просто ссылаться, можно будет ссылаться на этот стандарт, по крайней мере, по задумке, и говорить, что вот тематическое планирование соответствует вот программам. Вот, теперь если рассмотреть непосредственно саму программу, что говорит нам документ, как это использовать. Так вот, из важного. Автор рабочей программы, здесь под автором имеется в виду либо зауч по учебной части, либо сам учитель, вправе увеличить или уменьшить предложенное число учебных часов на тему, то есть вы можете изменять те программы, которые вам предлагаются. Можно также перераспределять темы, то есть, например, если вы хотите сначала пройти какую-то тему перед другой. Ну, про увеличение или уменьшение, это, соответственно, вам дает большую гибкость. Например, если у вас, допустим, сильный класс, и вы хотите пройти эту тему быстрее, чтобы уделить больше внимания теме, там, например, внешкольной какой-то, или, наоборот, более подробно разобрать, на ваш взгляд, более важную тему, так, то этот документ вам это позволяет. Но здесь важно понимать, что так как у нас результаты программ прописаны для каждого класса, то это как раз и то эти результаты должны достигаться. То есть документ как бы нам говорит, неважно, как именно вы проходите эти темы, но важно, что чтобы каждый ваш ученик достиг предметных результатов к концу каждого класса, и мы вам прописали, каких именно. Вот. Более подробно я здесь, в принципе, останавливаться не буду, потому что документы, они довольно обширные, ну, классов, как нам известно, 9. Вот. Тем не менее, вы можете самостоятельно посмотреть на сайте Института стратегии развития образования, вот, и ознакомиться с этими документами. Но я, тем не менее, обращу внимание на ключевые изменения по сравнению с тем, что было. Это теория вероятности и статистики в 7-9 классе выделяется в отдельный предмет наряду с алгеброй и геометрией. Так, как я, помните, говорил ранее в ЕГЭ профильного уровня, у нас теперь две задачи на теорию вероятности. Так и в уровне ниже, скажем так, в 7-9 классе этот предмет выделяется отдельно. То есть он не входит в предмет алгебры, а получается новым предметом. Далее, единые результаты для каждого класса. Опять же, независимо от учебных пособий, все результаты должны быть одинаковы. Так. И есть готовое календарно-тематическое планирование, по сути, для каждого класса, которым вы можете пользоваться, не тратя время на его создание. Также после изучения мы немножко попробовали посмотреть, какие учебники, уже которыми сейчас пользуются учителя, максимально похожи на обновленные программы. Вот, чтобы вы понимали, что вас приблизительно будет ожидать.
Так? Например, в первом-четвертом классе в основном максимально похоже это учебный УМК «Школа России» под редакцией МАРО. Для программы основного общего образования, вот если взять 5-6 класс, то это Мерзляк или Виленкин учебники. Единственное, там отсутствует ряд тем, но я думаю, что в новых редакциях учебников эти темы, соответственно, добавят, приведут в соответствии с программой. Тем не менее, вот эти учебники по большей части удовлетворяют новую программу. Для 7-9 классов чуть гораздо все сложнее. В целом, по алгебре это Марк Карычев или учебник Мартковича, ну или того же Мерзляка. По геометрии это, естественно, учебник под редакцией Атанасяна или Мерзляка. Для вероятности и статистики есть учебник под редакцией Высоцкого и Ященко. Вот, тем не менее, отзывы этот учебник получал смешанные, поэтому уверен, что его будут переписывать и делать более понятным для учеников и для школьников. Вот. В принципе, у меня на этом все. Мы сегодня рассмотрели изменения в ЕГЭ базового уровня по математике, ЕГЭ профильного уровня по математике и немножко поговорили про новые программы в ГОСы и те изменения, которые нас ждут в будущем в математическом образовании. Думаю, что будет интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте. С радостью отвечу на них, если смогу. Можно ответить как в чат, так и отдельно в вопросы и ответы. Ну что ж, насколько я понял, вопросов нет. Тогда, я думаю, мы можем заканчивать. Спасибо большое еще раз, что присоединились к вебинару, послушали. Я думаю, запись можно будет посмотреть, если что-то упустили или захотите повторить без проблем. Вот, рад был с вами сегодня пообщаться, рассказать вам про то, что узнали. И до новых встреч. Спасибо большое.
Так что ж, всем здравствуйте, друзья. Сейчас я настрою презентацию так, чтобы нам всем было прекрасно видно. Да, кажется, что все хорошо. Так, давайте проверим, всем ли меня видно, слышно, все ли хорошо. Я вижу, у нас немного участников онлайн, но это ничего страшного. Кто-то посмотрит записи с этими людьми, я отдельно здороваюсь, приветствую вас. Спасибо, что нашли время для того, чтобы посмотреть эту запись. Давайте проверим качество звука. Пожалуйста, мне сообщите, что все хорошо. Окей. Все хорошо, хорошо слышно. Да, все прекрасно. Спасибо большое, потому что я всегда очень переживаю. Начну сейчас рассказывать, начну презентовать, активно рассказывать какие-то вещи. Оказывается, что меня никто не услышит. Ну что, друзья, всех рада видеть. Сегодня у нас достаточно интересная тема. Это способы эффективного повторения материала при подготовке к ЕГЭ. Я буду рассказывать про русский язык. Но прежде чем я начну раскрывать эту прекрасную тему, давайте я немножечко представлюсь, расскажу, кто я такая. А то, может быть, это не совсем очевидно, кто, ну, в общем-то, логично. Меня зовут Анастасия Бучко, я руководительница экзаменационных продуктов компании SkySmart. Вообще, по образованию я учительница русского языка и литературы, собственно, филолог, и у меня достаточно большой опыт подготовки к экзаменам. Давайте я об этом тоже немножечко расскажу, чтобы, может быть, снять некоторые сомнения, почему мне стоит верить, почему меня сегодня можно послушать. Чем я занималась? Я вообще готовлю к экзаменам с 2013 года. Моя педагогическая практика началась в 2013 году. Готовлю я еще, получается, к экзаменам с момента студенчества и уже познакомилась с многими разными форматами экзаменов в силу того, что он менялся за все это время. Работала я в школе из ТОП-100 города Москвы. Проработала там не очень много времени, но, тем не менее, накопила достаточно много методического опыта и общалась с очень сильными коллегами, которые на тот момент готовили детей к экзаменам. А также среди моих выпускников есть студенты, которые поступили в МФТИ, МГИМО, Высшую школу экономики. Также я разработала систему подготовки к экзаменам онлайн еще до того, как у нас это стало мейнстримом, до того, как наступил ковид и все эти страшные времена дистанционного образования. Я уже этим занималась, ввела свой блог, ввела курсы по подготовке и, собственно говоря, очень плотно с этим работала. Ну а с 2020 года я работаю академическим директором русского языка в компании SkySmart. Моя команда разработала всю линейку курсов по русскому языку, и, собственно говоря, сейчас, вот с января, я руковожу всеми экзаменационными продуктами нашей компании. То есть мы работаем над экзаменационным продуктом по математике, русскому, физике, химии и другим предметам. Собственно, вот, с вами я немножечко познакомилась, я представилась. Если у кого-то что... Здесь будут какие-то вопросы, вы можете их потом задать. Но давайте я еще расскажу, для кого мое выступление, потому что это тоже очень важная часть. Часто люди приходят и говорят, я не получаю того, что было заявлено. Мне кажется, здесь очень важно объяснить, что мое выступление, скорее, сегодня для педагогов, которые не обладают огромной практикой в преподавании и подготовке к экзаменам. А это, наверное, для тех, кто умеет рефлексировать и думать, какие фишки, допустим, у другого педагога хотят взять, попробовать, применить в своей практике. Я думаю, что, конечно, вероятно, многие из коллег, кто очень хорошо готовит, давно готовит к экзаменам, сегодня покажется мое выступление довольно примитивным, это нормально. Но также вы можете, чтобы, если уж вы пришли, вы можете поделиться в комментариях своими какими-то полезными наработками, какими-то мыслями по поводу того, о чем я буду говорить, может быть, поделиться своими кейсами, и это будет полезно для тех, на кого направлено, собственно, мое выступление. Поэтому тоже, пожалуйста, не уходите, делитесь своими размышлениями. Я очень люблю общаться с коллегами, очень люблю взаимодействовать, люблю, когда мой материал перерабатывается, и люди дополняют что-то своими какими-то идеями, потому что, естественно, мое видение ограничено восприятием моей собственной личности. Это нормально. И что ж, мы с вами сегодня... О чем мы сегодня поговорим? Давайте расскажу про структуру нашего с вами разговора, потому что это тоже важно, чтобы вы понимали, о чем
сегодня вы услышите. Сначала мы вообще обсудим актуальные проблемы при подготовке к ЕГЭ. Здесь я вообще на самом деле очень надеялась на то, что коллеги поддержат и расскажут в чате о каких-то своих вопросах, своих болях, то, что действительно задевает. Я расскажу о статистике, которую я проводила, то, что я знаю сейчас на данный момент, про подготовку к экзаменам, про свой опыт. Далее я расскажу, как мы решаем некоторые из тех проблем, которые возникают при подготовке, что у нас возникает в нашей компании, как это решаю я лично. И еще немножечко в конце поделюсь своими собственными приемами организации повторения материала и какими-то фишечками, которые я делаю для своих индивидуальных учеников, потому что я не забрасываю свою собственную практику. Для меня это очень важно, находиться в контексте, понимать, какие сейчас актуальные вопросы возникают у детей, что нового в мире образования. Поэтому нам очень важно держать руку на пульсе. Важно, чтобы даже если ты сейчас занимаешься управлением команды, все равно быть в контексте ситуации, то, чем ты, в общем-то, занимаешься, то, что ты строишь. Ну что, здесь, кажется, все понятно, пока не вижу никаких вопросов, поэтому пойдем дальше. Почему они не сдают? Это главный вопрос, но тут, наверное, не совсем, он может быть корректно сформулирован, я не придумала как-то, как сделать это более аккуратно, может быть, более сконцентрированно, что ли. Поэтому задала вопрос так, но по факту, почему дети не сдают какие-то отдельные тесты, что вообще является у нас проблемными местами, и как я думаю, почему так происходит. Давайте пойдем разбираться. По статистическим данным разных лет, я посмотрела несколько статистик из разных регионов, посмотрела прекрасные отчеты про сдачу экзамена в 2020-2021 году. Наиболее трудными частями тестирования по-прежнему являются орфография и пунктуация. Есть, конечно, проблемы и с типами речи, но на момент 2021 года не было еще одного задания дополнительного по типам речи, стилям речи. Посмотрим, как в этом году дети будут сдавать замечательное первое задание, с которым, думаю, многие коллеги уже знакомы. Но давайте я расскажу, да, что статистически является наиболее сложными местами. Наиболее трудные задания – это 8, 12, 21, 24. Из них, как вы знаете, 8, 12. 8 у нас это такое более обобщенное, да, это не только орфография, это там синтаксические нормы, нормы согласования управления. 12 задание у нас орфография, 21 задание это сборное задание, то есть это одно из самых сложных действительно заданий на разбор пунктуации. И процент выполнения этих заданий колеблется от 40 до 50%. То есть дети вообще очень плохо справляются с этими заданиями. Как правило, здесь допускается как можно наибольшее количество ошибок. Но оно и не мудрено, потому что действительно задания, в которых довольно много теоретической информации, которую необходимо воспроизвести и уметь ей пользоваться, это довольно сложно. Но на самом деле также невысокий процент выполнения в заданиях 9, 10, 11, 20. Там процент колеблется от 65 до 70. Мы здесь должны понимать, что в целом, ну, это тоже нормально, это орфография, в основном пунктуация, понятно. Как я читала из одних отчетов, говорят, что особенно в пунктуации сложны у нас вводные конструкции. Если мы говорим про орфографию, то самое сложное орфографическое задание – это связано с глаголами, причастиями и непричастиями. Тоже неудивительно, потому что действительно довольно сложная история в нашем языке, поэтому логично, что дети в этих заданиях ошибаются. Но я здесь подумала, решила порефлексировать, а почему же так происходит, что может являться причиной, почему, в принципе, орфография достаточно сложна, ну, помимо того, что мы как бы принимаем как факт, да, что орфография русского языка – это сложно, пунктуация русского языка бессмысленная, беспощадная, очень сложная. Вот если абстрагироваться от этих данных, почему же все-таки они не сдают, что происходит, какие причины, предпосылки к этому вижу я? Вот давайте разбираться вместе. Давайте я предложу свои варианты, если у коллег сейчас будут еще какие-то свои, коллеги, если у вас есть какие-то свои варианты ответа, пожалуйста, пишите. Я буду очень рада, постараюсь зачитать. Я очень хочу, чтобы мы с вами все-таки проводили это наше собрание в диалоге, но я все равно поделюсь. Сначала, наверное, поделюсь сама. Итак, на мой взгляд, орфография, проблема с орфографией исходит вообще из отсутствия системы языка в голове ребенка, и вообще мы, в принципе, этим мало занимаемся. Что я имею в виду, когда говорю про систему языка?
На мой взгляд, мы очень мало уделяем времени тому, чтобы сформировать у детей какое-то целостное представление о том, а что такое язык в принципе. Мы говорим о том, что вот есть такая штука, как орфография, мы там разбираем какие-то правила, мы занимаемся морфологией достаточно длительное время. Да, у нас получается вся среднее звено, вся средняя школа у нас посвящена тому, что мы разбираемся с орфографическими правилами и с морфологией. Особенно славится этим 7 класс. Но по факту дети очень плохо понимают, а какая у нас организация языка, как устроены эти разделы, почему, что за разделы такие языка есть. Да, у нас есть там понимание, что, ну вот фонетика, она изучает звуки, например. Морфология, она изучает части речи, мы запоминаем вот эти безумные формулировки. Но по факту у детей очень плохо связано это все. Особенно, когда мы говорим, мы начинаем говорить об этих вещах в начальной школе, а у детей очень плохо еще с абстрактным мышлением, а потом в 5 классе мы подразумеваем, что дети уже с этим должны быть хорошо знакомы, и поэтому особо на этом не останавливаемся. А вот как раз-таки в 5 классе начинает формироваться абстрактное мышление, и здесь бы хорошо на самом деле еще раз об этом проговорить. Но так получается, что не всегда, не все коллеги. Давайте так, не буду обобщать, а то сейчас кто-нибудь может меня обидеться. А я вот делаю, а вы говорите, что нет. Но есть какая-то общая тенденция, что у детей нет вот этой полноценной картины языка. А, соответственно, когда мы идем уже в 11 класс или там, в 10 классе, начинаем готовить детей, понимаем, что вот при отсутствии вот этой базы, при отсутствии понимания, как же устроен наш язык, при отсутствии понимания, за что отвечает каждый раздел и каждый термин внутри этого раздела, выпадают некоторые вещи. Ну, то есть, когда отдельное правило мы изучаем, отсутствует понимание базового термина. Например, мы там, говорим, что правописание личных окончаний глагола, а у ребенка нет понимания лица, он не понимает, что такое личное окончание, что значит личное окончание глагола. И здесь он вроде бы пытается запомнить какое-то правило, но из-за того, что базовых каких-то вещей не заложено, возникает эта вот лакуна, в которой ребенок, возможно, даже и понимая правила, умея его применять, он говорит, я до конца его не понимаю, потому что как раз-таки вот эти базовые понятия не сформированы. То есть здесь вопрос даже, скорее, уверенности ребенка в том, что он что-то знает и понимает. Или, допустим, наоборот, бывает еще и такая ситуация, что, нет, я не понимаю одного слова, все, значит, я не понимаю все правила. То есть такая генерализация происходит в этих ситуациях. Также у нас очень большой, это проблема нашей системы, как мы, в принципе, учим русский язык, на мой взгляд, это очень большой временной разрыв между изучением морфологии, повторением морфографии. То есть мы все равно, так или иначе, у нас орфография очень сильно связана с морфологией, а морфологию мы заканчиваем по факту в 7 классе. И главное, что в 7 классе происходит очень сильный скачок роста, мы должны это все время учитывать. Я не понимаю, возможно, как-то поменялось время или что произошло, но в 7 классе у нас очень сильная нагрузка наших подростков в то время, когда они тратят большую часть своих ресурсов и энергии на то, чтобы расти, развиваться, у них происходит переформирование их организмов, а мы в этот момент даем им причастие, депричастие, предлоги, наречия, смешиваем все в одну кучу, это довольно сложно. И, естественно, в 11 классе нам это аукается в том, что как раз-таки, когда мы начинаем проходить, допустим, суффиксы причастия, нам вообще приходится возвращаться назад и говорить о том, что такое причастие в принципе. И вот, на мой взгляд, это большая проблема, и как ее решать, я расскажу чуть дальше, то есть как мы ее решили, потому что понятное дело, что мы не можем изменить программу, она такова, это наша реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно, вот такая она есть. А здесь есть только возможности, как нам найти те костыли, которые нам помогут, чтобы дети все-таки сдавали орфографию лучше, чем сейчас. Правила кажутся несистемными, их сложно запоминать. Это, конечно, проблема скорее объяснений. Я не уверена, что коллеги, которые пришли к нам сейчас, могут здесь... Вряд ли они относятся к этому числу, но, тем не менее, часто в учебниках, я думаю, что вы все замечаете, наверняка вы перерабатываете тот материал, который даете детям. Но, тем не менее, в учебниках у нас практически
отсутствует система каких-то визуальных, понятных образов, которые помогли бы запоминать те правила, которые у нас есть. А правила, написанные, допустим, Дитмаром или Яшевичем Розенталем, они прекрасные, они очень подробные, но, к сожалению, их довольно сложно запоминать, потому что написанный единый текст, ну, это сложно для восприятия памяти. Просто память так работает, надо с этим тоже смириться, да, что у нас правила не кажутся системными, и поэтому, конечно, организм всячески отказывается запоминать то, что у нас есть. Вот, на мой взгляд, это четыре основных причины, по которым орфография дается так сложно. Я не знаю, может быть, есть какие-то комментарии по этому поводу, вы захотите поделиться, сказать, что да, вот у меня есть понимание, почему еще это может возникнуть, конечно. Давайте делиться. Пока остановлюсь на этом, не вижу сейчас никаких особых замечаний, поэтому кажется, что все согласны, молчание — знак согласия. Давайте перейдем дальше. Что я вижу в пунктуации? На мой взгляд, вообще, это моя любимая такая шутка из моего студенчества, что пунктуация для детей — это шоу «Интуиция». Такая была популярная передача. Дело в том, что дети часто просто не понимают разницу вообще в конструкциях, они не понимают, зачем нужны запятые, они не понимают, зачем нужны двоеточие, тире. И это на самом деле проблема схожая с орфографией. У нас отсутствует система, у нас нет понимания, а как же это все устроено. И кажется, что пунктуация еще более сложная и запутанная, чем орфография, хотя это не так, на мой взгляд, пунктуация гораздо более системна в русском языке. И, соответственно, дети просто, не понимая разницы, не понимая, забывают о выделениях, забывают о разных способах постановки знаков. В общем, это превращается в одну большую мешанину. И, соответственно, не объяснить причину постановки знака они не могут, ни разницу они не понимают. Но, в общем, здесь получается такой большой-большой ком проблем, в котором довольно сложно разобраться. И вещь, которая бы действительно, наверное, помогла детям здесь, это действительно хорошая систематизация знаний. То, с чем я обычно сталкиваюсь, когда готовлю детей к экзаменам, это как раз-таки отсутствие понимания разницы между частями речи и членами предложения. То есть здесь на самом деле орфография и пунктуация как раз начинают быть связаны, потому что ребенок смотрит на существительное, говорит, что это подлежащее, в отрыве от предложения. Или, например, дети очень часто у меня приходят, довольно неглупые дети, то есть надо понимать, что это дети, которые хорошо пишут, которые довольно много читают, но дело в том, что теоретическая база отсутствует, и мы сталкиваемся с тем, что, например, дети не очень понимают разницу пунктуации внутри простого предложения, пунктуации внутри со сложным предложением. То есть здесь приходится разделять эти вещи. Очень часто дети забывают про разделение служебных частей речи, например, предлог «союз», не понимают, в чем их разница. Но, опять же, да, это проблема морфологии. Очень много действительно проблем с глаголом, потому что вообще глагольных форм достаточно много, довольно обширная у нас эта группа слов в языке, и связано много с ней правил, поэтому приходится спускаться до самых азов, то есть я начинаю свои уроки с того, что вообще рассказываю, что такое глагол, допустим, что такое спряжение, вообще объясняю каждый термин, то есть, да, вот как раз то, о чем я говорила, да, что у нас отсутствует понимание базовых каких-то вещей, то есть поэтому приходится объяснять, да, почему такое, что такое спряжение, что такое склонение, например, очень часто в именах существительных тоже приходится это объяснять, потому что иначе мы не можем продвинуться. Вот особенно при подготовке к ОГЭ это очень важно, потому что там есть такое понимание, да, как понятие, когда в задании, мы в пятом задании разбираем часть речи, говорим, что вот это, допустим, существительное второго склонения, нужно объяснить, что такое вообще второе склонение, по какому принципу мы их делим. Все эти вещи у нас связаны. Так вот, и пунктуация то же самое. Нужно начинать с того, что вообще рисовать общую картину. И только после того, как мы нарисовали общую картину, заполнять те лакуны, которые есть, для того, чтобы язык становился таким, знаете, пазлом, наверное. Когда у вас есть общая картинка, вы понимаете, что у вас есть в конце. У вас есть набор элементов, рассматриваете каждый элемент и вставляете его в нужное место. Ну, давайте как раз... Я тут уже, перешла медленно к тому... Немедленно к тому, как же решать эти проблемы, поэтому давайте все-таки пойдем по логике моего выступления, и я расскажу, что же делать. Что, на мой взгляд, важно делать, как мы решаем эти проблемы в нашей компании и почему. В общем, первое правило — это систематизация.
систематизирую это, написала я правило. Нарисуйте свою систему языка и дайте ученикам. На самом деле, вот я как раз вот эту метафору с пазлом, мне кажется, я хочу ее продолжить. Дело в том, что у нас действительно у детей нет этого полноценного видения языка. Мы не понимаем, а как он устроен. И потратить на это пару занятий бывает очень полезным, потому что в дальнейшем вам будет проще возвращать ребенка к этой карте и показывать, а какой сейчас кусочек из этого пазла мы взяли. Это может быть представлено абсолютно разными способами. Я сейчас покажу вообще картинки, которые были когда-то у меня, когда я еще не работала в SkySmart, просто мои какие-то личные записи, потому что я не художник, надо понимать, давайте, да, сразу сниму все ожидания. Я не великий художник. У меня очень хорошо получается объяснять русский язык, но не очень получается рисовать. Но в целом моих детей это никогда не смущало. Вот, например, я здесь показываю вам такую систему. То есть вот у меня была пирамида, например. В какой-то момент я объясняла эту систему языка через пирамидку. То есть у нас пирамида, где в основе лежит звук. Дальше мы говорим про слово, дальше мы говорим про словосочетание, дальше про предложение и текст. И в каждом, получается, отдельном случае я рассказывала, какие у нас разделы языке изучают, этот аспект языка, то есть вот звук у нас, например, фонетика. Я еще параллельно объясняла, что такое фонетика, почему у нас это фон, фон-звук, да, как это все связано, чтобы было лучше запоминание. Ну, здесь я думаю, что вы, коллеги, знаете прекрасно, как это объяснить лучше. Разбирала каждую частицу, вот, например, там слово, да, а что мы слово можем, как мы можем это слово изучить, мы можем изучить какое-то слово части речи, как его писать, что оно значит, соответственно, у нас, да, есть разделы языка, которые изучают эту единицу. А дальше мы говорим про словосочетание, что мы там можем разобрать, а что мы можем разобрать в предложении. Я знаю, что некоторые из моих коллег брали потом эту идею на вооружение и раскрывали гораздо больше, то есть, допустим, выписывали основные определения для каждого вот этого куска раздела. Кто-то составлял более масштабную карту, делал это в формате mind map. Я думаю, что ментальные карты вы тоже очень хорошо знаете. Вы можете точно так же это делать, да, то есть взять, допустим, в центр язык, разделить его на разделы, соответственно, в каждом разделе добавить какие-то свои элементы, которые вы считаете необходимым. Это очень хорошо помогает для визуализации общего маршрута, да, то есть у нас как бы есть понимание карт местности. Ну или вот, например, я вот тоже показываю вам сейчас на слайде, это пунктуация, я рассказывала ребенку про пунктуацию простого предложения и сложного предложения для того, чтобы разграничить вообще эти понятия, объяснить, что те правила, которые мы проходим, вот здесь это связано только с простым предложением, где одна грамматическая основа, а вот то, что связано уже в сложном предложении, это вот то, что уже на границе этих двух простых предложений, то есть есть разница между этими вещами. И плюс это еще такая своеобразная карта, да, то есть по которой мы движемся, ребенок уже может ставить себе галочки, объясняя, ага, вот это я уже прошел или прошла, здесь мне все понятно, или, ой, вот здесь вот кажется, мне нужно еще немножечко больше объяснений. Поэтому я очень люблю визуализации подобного рода, когда у нас есть общая карта, но об этом я еще расскажу в дальнейшем, когда буду рассказывать про собственные фишки. Давайте пойдем дальше. Какое следующее правило бы я вывела для того, чтобы улучшить систематизацию знаний? Да, но тут еще, да, я скажу, что для меня важен этот момент. Мы это вообще, у нас это философия нашего отдела лежит, что русский язык — это единый организм, большой дом, в котором каждый элемент важен и нужен. Вот поэтому. Но визуализация вторична. То есть очень важно помнить, что как вы это нарисуете, пожалуйста. Как хотите, так и делайте. Важно, чтобы цель была достигнута, у ребенка было полное представление о том, как это выглядит. Так, следующее правило, это довольно такое тоже правило, которое я вывела относительно недавно, потому что у меня было представление, что ну, уж в 11 классе все хорошо понимают. Это, наверное, для молодых больше моих коллег. Я делюсь такой мудростью. Объясняй с нуля. Мы-то не забываем общие многие термины. А вот дети забывают. Они действительно забывают многие термины, и если они ими не пользуются, то вообще. И потратить несколько уроков на восстановление этих знаний очень полезно и дает хороший результат. То есть я, правда, сильно советую вам
не жадничать, не забывать о том, что база языка — это важно для того, чтобы потом вам было легче наращивать знания по отдельным каким-то уже кусочкам. Например, у нас в SkySmart есть составленная программа для подготовки к экзамену, и первое занятие мы тратим на то, чтобы объяснить разницу между частями речи и членами предложения. Дальше у нас есть уже отдельно уроки по каждому члену предложения. У нас вообще, в принципе, подготовка к экзамену начинается с синтаксиса, поэтому мы на этом этапе начинаем объяснять каждый термин отдельно. Учителя, конечно, могут пользоваться не всеми материалами, но у нас, тем не менее, в базе это заложено. И здесь я вам такую рекомендацию даю, да, создайте базу карточек или упражнений для отработки терминов. То есть это какие-то могут быть термины, что такое подлежащее, что такое дополнение, какие части речи есть. И это вам поможет для того, чтобы с каждым ребенком не делать это заново, да, и не нарабатывать этот материал. У вас наверняка есть материал там с работы, допустим, с 5-м классом. Вы можете ее использовать в 11-м классе. Главное здесь, чтобы они у вас всегда были под рукой, и это было удобно. У нас на наших уроках, например, это стало возможно благодаря нашей платформе, то есть вы на уроке прям можете зайти, если вы видите, что ребенок проседает в каком-то конкретном материале, вбить в поиске определенную карточку и вывести ее на урок. То есть вы можете из любого абсолютно урока, из абсолютно любой программы со 2-го класса, потому что сейчас программа написана со 2 по 11 класс, взять тот материал, который вам необходим. Но так как не все пользуются нашей платформой, я это прекрасно понимаю, у меня вот, например, личная моя база карточек и упражнений для отработки терминов. То есть у меня уже есть какой-то набор изображений, набор схем, таблиц и, собственно, самих упражнений для того, чтобы с каждым ребенком проходиться по тем лакунам, которые у него есть, и восстанавливать те знания, которые ему необходимы для того, чтобы двигаться дальше. Ну, вообще, это такая важная практика. Пойдемте дальше. Следующее – это делай понятным. Это вообще, мне кажется, тоже моя философия преподавания. Это то, на чем я базируюсь уже очень много лет. Дело в том, что здесь небольшая предыстория. Я сама ребенок, который не очень понимал русский язык и до 7-го класса, или даже, наверное, класса до 8-го. У меня были действительно серьезные проблемы с русским языком. Дело в том, что у меня довольно хорошая зрительная память, и поэтому я знала, как писать слова, и, в принципе, понимала, как ставить знаки препинания, но я не знала ни одного правила и вообще не очень понимала, как правила работают, что это такое. И поэтому, наверное, там из моей боли выросла вот эта моя философия, что схемы, таблицы, обобщение правил — это то, что необходимо делать, это все это помогает ребенку запоминать большой объем, а в экзаменах, вы знаете, он действительно огромный, особенно в тех заданиях, которые обобщают материал, как вот, например, 8-е задание или 21-е. Поэтому схемы, таблицы лучше не придумать для того, чтобы обобщать и систематизировать материал. Давайте покажу, как мы это делаем. У нас, например, вся организация учебного контента — наша фишка. Да, мы здесь создали очень много таблиц для подготовки к экзамену. Вы можете посмотреть на нашу схему, допустим, члены предложения, части речи, как раз из нашего первого урока подготовки к экзамену. Мы стараемся как можно больше визуализировать, и это придает свои плоды. Дело в том, что эти картинки можно выводить на доску, их можно отдавать ребенку. Здесь, кстати, тоже вам очень сильно советую, да, вашу базу этих таблиц и схем, если вы их создаете и уже создаете или когда-то создавали, отдавать детям, чтобы они могли им пользоваться, то есть чтобы любая визуальная информация была доступна в любой момент времени. У нас мы делаем это с помощью того, чтобы отправлять ребенку в домашнее задание. С этими таблицами также можно работать на интерактивной доске, то есть вы можете что-то подписывать, дополнять своими примерами, как-то с этими изображениями взаимодействовать, то есть это очень удобно. И при этом, когда, допустим, ребенок выполняет задание, он может открыть эту таблицу у него перед глазами и быстро найти те данные, которые ему необходимы. Я вообще, кстати, очень люблю, когда дети пользуются этими таблицами и выполняют домашние задания в том числе. Я очень стараюсь, чтобы как можно чаще дети соприкасались с этим материалом, потому что тяжело в учении, легко в бою. Лучше, если ребенок больше будет касаться того материала, который мы используем. То есть не ограничивать его в этом, потому что я знаю, что иногда репетиторы говорят о том, что или там преподаватели говорят о том, что нужно убирать теорию, постараться сделать самостоятельно. Да, это хорошо, но, на мой взгляд, пока ты не чувствуешь себя уверенно, лучше пользоваться материалами, схемами и таблицами, которые вы делаете.
Вот, поэтому организация материала подобным образом – это очень хорошо. Давайте пойдем дальше. Что я еще считаю очень важным для того, чтобы действительно закреплять те данные, о которых мы говорим, то есть та же самая орфография. Одно дело, да, вот мы с вами хорошо организовали материал, да, вот мы объяснили, допустим, что такое глагол ребенку. Он, кажется, даже понял. Потом мы с вами идем дальше, начинаем работать с другими материалами, а как будто бы забываем о том, а что же вообще вот там мы что-то проходили, и поэтому давайте здесь поясню, да, что для меня это, знаете, такая система бусин, в которой в каждый момент времени мы не нанизываем только бусинки на нитку, да, знаний, но и каждый раз пересчитываем эти бусинки. Вот такая вот у меня сегодня будет метафора, очень метафоричное у меня сегодня выступление. Но, в общем, каждый изученный материал должен регулярно повторяться. И сделать свою систему повторения. Кривая забывания работает, кривая забывания вообще то, что ну, важно всем знать, что, да, действительно, материал какой-то забываем, поэтому можете почитать об этом отдельно. Давайте расскажу, как это сделали мы. У нас есть система повторения, например, мы делаем банк разминок. Разминки у нас есть на разные темы. У нас есть орфографические разминки, пунктуационные разминки, морфологические разминки. И, соответственно, этот банк мы тоже его создали для того, чтобы учителя могли в любой момент времени брать из этого банка те материалы, которые необходимы, и, собственно говоря, им пользоваться на своих уроках. Как это делала я, когда была репетитором, просто преподавателем? У меня был набор карточек, я брала пособие замечательное Ткаченко, 300 диктантов, очень его люблю, нежно, и всегда всем его рекомендую, когда у меня молодые педагоги спрашивают, а что же взять для того, чтобы готовиться к экзаменам? И оттуда я брала слова, делала сканы, отмечала те слова, которые мы уже повторяли, повторяла их через некоторое время, то есть здесь очень важно было, чтобы у ребенка была регулярная система, не то, что мы один раз запомнили, второй раз повторили и все. Здесь есть определенная система для повторения. И таким образом мы прорабатывали это пособие и повторяли те знания, которые были необходимы конкретно ребенку, потому что я очень за индивидуализацию обучения, об этом тоже отдельно расскажу. Но суть, в общем, в том, что здесь вы тоже можете создавать свою систему карточек, обязательно просто ставьте себе пометки. Я знаю, что немногие репетиторы так делают, но также видела у некоторых коллег, у них есть целый календарь повторений, то есть они отмечают, когда, в какой момент времени, какую, допустим, карточку, наберут карточки, и какую карточку они будут брать конкретному ребенку, какие слова они будут разбирать на том или ином уроке. Поэтому тоже очень хороший лайфхак, очень важно здесь не только с орфографией так работать или с ударениями, потому что я знаю, что с ударениями очень многие так работают, или с паронимами, например, но и с теми правилами, которые вы прошли. Допустим, взяли маленькое упражнение на то же самое повторение глагола и всунули его в начало урока. Таким образом повторили. Обязательно работайте с повторениями не только предыдущих уроков, но и тех, которые были, допустим, 5 занятий назад или 10 занятий назад. А как это сделать более удобным, тоже расскажу в конце, как раз-таки, когда буду делиться своими собственными фишками. Поэтому не переключайтесь. Давайте пойдем пока дальше. То есть что мы еще можем сделать? Тут такое еще одно тоже важное правило, но, мне кажется, связано... Ну, вряд ли оно для кого-то не очевидно, но, опять же, да, я предупреждала сегодня, что я сегодня буду капитаном очевидности, поэтому сняла с себя ответственность, пойдем с вами раскрывать этот тезис, что значит не тестом единым. Дело в том, что это моя была ошибка, наверное, когда я только начинала преподавать, я очень сильно концентрировалась на том, чтобы приучить ребенка к формату тестового задания. Для меня казалось очень важным постоянно прорешивать задания. Это действительно важно, никто от этого и не уходит. Действительно необходимо работать с тем материалом, который в итоге ребенок встретит на экзамене, но для того, чтобы хорошо закрепить тот материал, с которым мы работаем, орфографическое ли это правило, пунктуационное это правило, или мы говорим про типы текста, важно давать различные упражнения для отработки правила, чтобы мы пробовали применять одно и то же знание разными способами. Чем лучше и чем чаще мы это будем делать, тем крепче будут наши знания. Поэтому здесь мы тоже работаем
Вот так, я вам покажу несколько примеров. Из одного урока мы отрабатываем орфографические правила с разными упражнениями, причем, как видите, у нас очень много заданий, связанных с жизнью. То есть, например, у нас есть ошибки в объявлениях, или вот можно просто расставить знаки препинания, или раскрасить их разными цветами, попробовать поставить ударение желтым кружочком. То есть мы пробуем разные механики, разные способы для закрепления информации, и это дает очень хороший результат, потому что дети, получается, сталкиваются с одной и той же информацией, применяют эту одну и ту же информацию разными способами, и, собственно говоря, их знания улучшаются. Поэтому тоже не пренебрегайте упражнениями, и понимая, что очень хочется вроде бы сэкономить время на уроке, может быть, где-то и дети часто говорят, я хочу только тесты решать, но здесь вы преподаватель, преподаватель выстраивает танец урока, вы ведущий, поэтому здесь вы можете объяснять, что да, действительно важно решать тесты, но также важно постоянно применять знания разными способами. Поэтому вперед, дерзайте, здесь подумайте о том, какие еще способы, вот можно да, сразу себе записать задание, какие еще способы можно, допустим, использовать для того, чтобы повторить орфографию. То есть не только же ставить пропущенные буквы. Вот, например, как раз-таки с глаголом, то, что я говорила в начале своего выступления, о том, что у детей наиболее трудная тема – это глаголы, глагольные формы. Часто она связана как раз-таки с тем, что дети не очень хорошо умеют ставить начальную форму глагола, форму инфинитива. То есть там всякие вот эти «он лелеет», «ветер веет» и так далее, а вообще какая начальная форма-то у этого глагола? «Лелеять», «веять», как они пишутся, это все не очень понятно. Это уже отдельное упражнение, оно не связано непосредственно с экзаменом. Да? То есть надо поставить начальную форму определенный глагол. Но тем не менее, это упражнение очень важно для того, чтобы хорошо и качественно решить задание ЕГЭ. Поэтому здесь еще вот последний вам аргумент даю, почему важно давать разные упражнения. То есть иногда упражнения пятого класса, те самые, самые примитивные задания очень хорошо помогают для того, чтобы потом в итоге ребенок сдавал экзамен на высокий балл. Ну и давайте здесь я перейду уже к фишкам, то есть здесь я рассказала про наши вот какие-то основные вещи, которые, как мы решаем эти вопросы, те проблемы, которые возникают, на мой взгляд, с орфографией пунктуации, но и про личные фишки отдельно расскажу. То, что накоплено мной годами, то, что применяется мной до сих пор с моими учениками, которые сдают экзамены, и, может быть, что-то из этого вам пригодится. У меня все на одном слайде, буду рассказывать про каждый отдельно, может быть, сейчас дополню примерами, поэтому здесь достаточно длительная будет визуальная картинка, и поэтому, если у вас одновременно будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, как раз не пропустите ничего важного. Итак, давайте про фишки. Что еще очень важно делать, на мой взгляд, для того, чтобы помогать детям с экзаменационными заданиями? Составляй карту курса с примерными датами. Здесь это кажется не совсем связанным, да, с тем, о чем мы говорили в начале, что вроде бы у детей проблемы с орфографией. Как кажется, это может быть связано вообще с тем, что мы делаем? Но первая вещь. Дети все равно, несмотря на то, что они готовятся к экзаменам, имеют свойство пропускать занятия, имеют свойство думать о том, что у них еще, допустим, много времени. А когда у них есть четкое понимание, четкое расписание того, когда какая тема будет пройдена, у них есть четкое понимание, что вот одно пропущенное занятие может повлиять на, допустим, их результат. И плюс здесь есть четкое еще представление о том, а каков мой путь. Когда я готовилась к экзаменам, когда у меня были репетиторы по русскому, истории, по литературе, у меня не было понимания о том, когда это кончится. И вообще, кончится ли это, а успеем ли мы. Это, с одной стороны, получается такая психологическая поддержка, что мы успеваем, все хорошо, а с другой стороны, это и способ показать ребенку, что да, мы можем успеть, но можем и не успеть, если, допустим, пропустить какое-то занятие.
И плюс здесь, опять же, еще, на мой взгляд, это работает на систематизацию. То есть вот то, о чем я говорила, да, как это связано опосредованно с орфографией, это все равно работает на какую-то такую систематизацию, потому что мы понимаем шаг, каждый шаг, который мы делаем, и у нас есть понимание, какие темы мы осваиваем для того, чтобы этот экзамен дать. Поэтому карта курса — это, естественно, такое очень обширное слово, как ее составлять. Ну, получается, что это у нас какое-то календарно-тематическое планирование условное, либо у нас есть список тем. На нашей платформе у нас это визуально оформлено в личном кабинете ученика. То есть, когда преподаватель составляет уроки, каждый ребенок видит, как преподаватель составил ему программу и может это отслеживать, и это очень удобно. То есть, каждое следующее занятие, тематическое планирование составлено, ничего дополнительно составлять не нужно. Со своими личными учениками когда-то я составляла форстфордовский файл, в котором по итогам скрининг-тесты, по итогам тестирования, я составляла карту, говорила, вот, допустим, у нас будут такие-то, такие-то темы в сентябре, такие-то темы в октябре, и это очень помогало систематизировать все и держать рук на пульсе. Вторая вещь, о которой хотелось бы рассказать, наверное, здесь тоже важный момент, это регулярные пробники. Причем я регулярные пробники устраиваю по пройденной теме. То есть, допустим, мы прошли тему про описание суффиксов, и я даю только тесты на правописание суффиксов. Я беру экзаменационный материал и, соответственно, с ним работаю. То есть у нас есть по итогу темы обязательное обобщение в виде теста. Но также я делаю пробники по нескольким темам. То есть, вы знаете, очень много сервисов есть, в том числе и наша SkySmart-тетрадь, в котором вы можете набрать задания и из них составить вариант для ребенка и таким образом проработать несколько тем сразу. То есть это то как раз тот принцип, который, помните, я вам говорила ранее, что нужно регулярно возвращаться к тому материалу, который вы прошли. И вот это один из способов. Также полноценные пробники тоже очень сильно помогают. Они помогают как для визуализации прогресса, потому что часто, когда мы занимаемся с репетитором, мы не очень понимаем, как мы продвинулись, и когда, допустим, решение заданий становится легче, это довольно легко отследить. И тогда возникает ощущение, да, я молодец, и я хорошо занимаюсь, а вот здесь мне нужно еще поработать. Также регулярные пробники помогают столкнуться с разными видами информации. Дело в том, что все равно на уроке, допустим, когда мы прорешиваем тестовые задания, мы можем столкнуться только с одним, допустим, видом заданий и не учесть каких-то сложностей, трудностей в языке. А когда мы делаем регулярные пробники, мы таким образом сталкиваем детей с разными способами постановки вопроса, с разными языковыми явлениями, и таким образом расширяем их опыт. Также я часто использую методику «Перевернутый класс». Я думаю, что эта методика довольно многим знакома, но здесь все-таки поясню, наверное, что это такое, как это работает. Дело в том, что мы все равно работаем с детьми, которые в 11 классе все-таки, наверное, хоть раз сталкивались с теми материалами, которые мы даем. И поэтому, по большей части, нам не нужно объяснять что-то заново. Какие-то вещи мы точно можем передать детям в качестве домашнего задания. Или мы можем простейшие вещи дать в качестве домашнего задания, а уже сложные, тонкие моменты разбирать непосредственно на уроке. Таким образом, экономится довольно много времени. И плюс вы можете таким образом заставить ребенка столкнуться с одной и той же информацией несколько раз. Как раз-таки, когда мы говорили с вами про проблему, что дети очень плохо выполняют орфографические задания, дело в том, что мы на самом деле очень мало занимаемся правилами, возможно. И вот как раз-таки перевернутый класс дает возможность дать еще один способ столкнуться ребенку с информацией, прочитать ее впервые самостоятельно, попытаться ее как-то осмыслить, а потом, допустим, сказать, ну что, как стало понятно, непонятно, давай вот теперь разберемся на уроке. Когда мы сталкиваем ребенка с одной и той же информацией до 8 раз, у нас, соответственно, мы активизируем более глубинные уровни памяти и таким образом улучшаем качество знаний. Поэтому методика перевернутый класс, вы даете ребенку задание разобраться в какой-то теории. То же самое можете создать таблицу, задачу или там mind map, или
визуализацию какого-то правила, а потом уже, соответственно, на уроке пользоваться той визуализацией, которую он создал. А если ей не получается пользоваться, то разбираться, в чем же, собственно говоря, причина. Поэтому методика «Перевернутый класс» классно работает как раз-таки на тех самых западающих мерзких темах, которые у нас есть. Еще одна важная штука, она не связана тоже непосредственно с проблемами орфографии и пунктуации, но я о ней тоже отдельно скажу, объясню, почему она для меня здесь важна. Это тайм-менеджмент. Дело в том, что детям часто не хватает времени на то, чтобы проверить то, что они написали. В тех заданиях, о которых мы говорили, особенно в задании 21, у детей проблема в том, что они допускают ошибки в прочтении материала. То есть у них, допустим, спрашивают о постановке знака запятой, а они почему-то ищут тире. И тайм-менеджмент очень сильно помогает высвободить время на те или иные задачи. Поэтому я довожу своих учеников до того, чтобы они успевали решать всю тестовую часть за 25 минут. 25-30 минут. И тогда у них остается время на то, чтобы проверить тестовую часть и уже перейти спокойно к сочинению, отложив все тревоги относительно теста. Здесь же важный момент в том, чтобы, допустим, проверить два раза, да, то есть проверить само решение и потом при заполнении бланка. Поэтому тайм-менеджмент очень сильно помогает, на самом деле, избавиться от технических ошибок в том числе. А технических ошибок при сдаче экзамена тоже много. Поэтому учить тайм-менеджменту хорошо, и нужно начинать это со второй половины года, особенно активно. То есть вот сейчас у нас сегодня 15 марта, самое время начать детей решать задачи на скорость. У нас иногда мы проводим соревнования, сколько кто решит заданий за там, определенный промежуток времени. Или, наоборот, отводится определенный промежуток времени и дается определенное количество заданий. То есть это тоже очень важный момент для успешной сдачи экзамена. И, как я уже говорила, составляю отдельный документ с теорией. Это очень важное правило, не пренебрегайте им, потому что дети не привыкли на самом деле пользоваться теми материалами, которые мы им даем, и не очень любят залазить в теорию, когда нужно, допустим, выполнить какое-то задание, упражнение. То есть, понятное дело, что мы можем дать им задачу, да, допустим, вот у меня сейчас есть замечательная ученица, с которой мы прорабатываем синтаксис, и я заставляю ее объяснять каждую запятую, которую мы там заставляем объяснять, как звучит-то. Не заставляем объяснять, а мы договариваемся о том, что нужно объяснять каждую запятую для того, чтобы успешно решить потом задание ОГЭ. Или в ЕГЭшных, соответственно, вариантах тоже у нас, да, есть необходимость объяснять себе какие-то правила. То есть в 21-м там тоже задании необходимо объяснить постановку там запятых или тире. Поэтому иногда я даю задания, где необходимо соотнести с конкретной формулировкой из теории, или нумерую таблицу, каждую ячейку таблицы нумерую определенным знаком, и, соответственно, ребенку нужно поставить этот знак рядом с предложением, в котором, допустим, он разбирает правила. Поэтому отдельный документ с теорией вам сильно поможет, облегчит задачу, поможет ребенку в том числе видеть правила все перед глазами. Все-таки проще посмотреть в какой-то документ, где есть схемы и таблицы, которые вы выставляете на уроке. Для моих учеников в школе, когда я работала преподавателем, у нас была теоретическая тетрадь, и, насколько я знаю, мои ученики, которые были в 5-6 классе, довели эту тетрадь до 11 класса, очень активно ей пользовались. Видела потом их записки о том, что да, это очень полезно, и, в общем, сильно советую вам этот лайфхак применять. Теория рулит очень хорошо, помогает этим ориентироваться. Собственно говоря, и все, наверное. Сегодня у нас довольно получился объемный материал, но я постаралась его дать максимально подробно. Давайте на этом завершать. Не вижу пока никаких вопросов. Кажется, их, наверное, и нет.
Так, нет, не останавливаю я совместное использование. Простите, пожалуйста, давайте еще раз. Секундочку вернусь. Нет, не вернусь, наверное, все. Не буду уже возвращаться. Меня зовут Анастасия Бычко. Я руководитель экзаменационных продуктов компании SkySmart. Очень буду рада, если кто-то из вас сейчас вдохновится моим рассказом и поймет, что действительно хотел бы с нами поработать. Буду всех ждать. Я прихожу на встречу с преподавателями, обсуждаем такие актуальные вопросы в формате открытых столов. У нас много предложений наши преподаватели приносят, и мы взаимодействуем вместе, придумываем классный продукт, поэтому тоже вас всех приглашаю. И было очень приятно сегодня выступить. Спасибо большое, что пришли послушать. И те, кто сейчас записи после посмотрит, тоже вам передаю большой привет. Надеюсь, что мое выступление было полезным. И на этом все. Спасибо большое и до новых встреч, друзья. Пока-пока.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я приветствую вас на форуме и предлагаю вам тему выступления, которая называется «Изменения в ЕГЭ по физике в 2022 году». К сожалению или к счастью, изменения в нашей жизни преследуют нас везде и всюду. Хорошо это или плохо судить каждому из нас, но хочется небольшое отступление в самом начале предложить вам. Однажды один человек, прогуливаясь по улице, увидел сидящего на краю дороги старичка и говорит ему: «Старик, ты мудрый, скажи мне, вот я…» Простите, пожалуйста, давайте я сначала демонстрацию экрана не запустила, вижу. Делюсь сейчас с вами, чтобы перейти. Да. Старик, ты мудрый. Скажи мне, вот я не старый и сильный мужчина, но нигде не могу найти работу. А сын у меня бездельник. Дочь гуляет, жена ничего не делает по дому. Как все исправить? Старик ему отвечает: повесь у себя на двери табличку и напиши на ней: так будет не всегда. Через некоторое время сын этого человека занялся своим делом. Дочь вышла замуж и стала хорошей женой и заботливой супругой. Своей он тоже стал доволен, сам устроился на хорошую работу. И однажды, проезжая на своем автомобиле, он вдруг повстречал того самого старика на дороге. «Ну что, старикашка, все сидишь? А у меня все наладилось. И что ты мне сейчас посоветуешь?» Старик посмотрел на него и сказал: табличку ту не снимай. То есть понятно, что в жизни могут быть как хорошие перемены, так и не очень хорошие перемены. С другой стороны, если бы этих перемен не было в жизни, то не было бы и каких-то революционных шагов. Как в случае с птицей, которая находила себе укрытие в ветвях сухого дерева, стоявшего посреди огромной необитаемой пустыни. И однажды налетел ураган и вырвал дерево с корнем. И пришлось бедной птице пролететь сотни миль в поисках укрытия, пока она не прилетела, наконец, в сад, где журчала вода и благоухали увешанные плодами деревья. Но вот если бы сухое дерево уцелело, то никакая сила не заставила бы птицу покинуть насиженное место. Так и мы с вами сталкиваемся с изменениями, которые могут нам нравиться или не нравиться, но тем не менее нам приходится с ними считаться. И в этом году изменения коснулись экзамена по физике, очень серьезные изменения. Но для начала хотелось бы проанализировать типичные ошибки выпускников прошлого года. КИМ ЕГЭ по физике 2021 года состояли из двух частей и включали в себя 32 задания, различающихся формой и уровнем сложности. Часть первая содержала 24 задания с кратким ответом, например, с записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, на установление соответствий множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. Часть 2 содержала 8 заданий. 2 задания были с кратким ответом и 6 с развернутым. В экзаменационной работе по физике контролировались элементы содержания из всех разделов школьного курса физики. Механика, встречались задания из кинематики, динамики, статики, были задачи на законы сохранения, механические колебания и волны. Молекулярная физика включала в себя молекулярно-кинетическую теорию и термодинамику. Электродинамика и основы специальной теории относительности, электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы специальной теории относительности. Раздел «Квантовая физика и элементы астрофизики» включали в себя несколько заданий на проверку знаний и умений из этого раздела. Наиболее важные содержательные элементы могли проверяться заданиями разных уровней сложности. Экзаменационная работа включала в себя задания трех уровней сложности – базового, повышенного и высокого. Задания базового уровня были представлены только в первой части работы.
21 задание с кратким ответом, из которых 13 заданий с записью ответа в виде числа или слова и 8 заданий на соответствие или изменение физических величин. Задания повышенного уровня – это 3 задания с кратким ответом в части 1, 2 задания с кратким ответом в части 2 и 2 задания с развернутым ответом в части 1. И высокий уровень – были 4 задания с развернутым ответом в части 2. Эти задания требовали умения применять физические законы в нестандартных ситуациях, проявление высокой степени самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов действий или создании собственного плана выполнения задания. Число участников в 2021 году составило 129 907 человек, среди которых 95% были выпускники текущего года. Хотя надо сказать, что в течение последних лет наблюдается постепенное снижение численности участников экзамена. Наибольшее число участников отмечается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской области, Республике Башкортостан. Средний балл ЕГЭ по физике 2021 года немного повысился по сравнению с прошлым годом, с 2020. Распределение участников по тестовым баллам вы видите на диаграмме. Распределение по первичным баллам. Ну и видно отсюда, что с учетом изменения тематики задач можно говорить, в принципе, о стабильном результате. К сожалению, результаты выполнения заданий по электродинамике остаются существенно ниже, чем по остальным разделам. И, как всегда, традиционно наиболее высокие результаты демонстрируются для заданий по механике. Данные следующей таблицы демонстрируют стабильность показателей для применения законов и формул в типовых учебных ситуациях и для анализа и объяснения явлений и процессов. Результаты по группе заданий на проверку методологических умений улучшились, и отрадно отметить, что выросли средние результаты решения задач части 2. Ну, это в основном произошло преимущественно за счет роста результатов высокобальников. По сравнению с прошлым годом, задания базового и повышенного уровней выполняются на том же уровне, однако отмечен рост результатов для заданий высокого уровня. Таким образом, высокобальники прежде всего улучшили результаты по решению расчетных задач высокого уровня сложности. Но, тем не менее, как и в 2020 году, можно говорить о продолжающемся росте дифференциации между слабо подготовленной группой участников экзамена и группой высокобальников. Если анализировать, какие же задачи, при решении каких задач выпускники чаще всего испытывают трудности, то к дефициту умений можно отнести следующие умения, которые контролировали следующие группы заданий. Определять значение физической величины с использованием изученных законов и формул в типовой учебной ситуации, а именно сила Архимеда при плавании тела остается головной болью и для учеников 9 класса, и для учеников 11 класса. И как только встречают задание на Архимедову силу, первым делом вспоминают формулу силы Архимеда и пытаются на основе этой формулы понять, что произойдет с объемом или с плотностью жидкости, совершенно забывая об условии плавания тел. Если тело плавает, то Архимедова сила равняется силе тяжести. И, как правило, с этим большие проблемы, и больше половины выпускников не справляются с подобными заданиями. Независимость периода колебаний математического маятника от массы груза. Тоже более половины участников не справилась с подобными заданиями, когда были даны лишние данные, пытались формулы вспоминать, совершенно забыв о том, что в формуле периода колебаний для математического маятника масса отсутствует совершенно, а значит, нет никакой зависимости. Сравнение работы газа с использованием графика зависимости давления от объема. Забывают, что работа газа находится как площадь под графиком. Совместное использование закона Кулона и закона сохранения заряда. Надо отметить, что несмотря на то, что закон Кулона в принципе
ученикам известен его запись и применять умеют, как правило, делают ошибки в математических вычислениях, несмотря на то, что на экзамене разрешено пользоваться инженерным калькулятором, куда можно ввести целое выражение, соответственно, сэкономив и время на вычисление, и правильность вычислений будет намного точнее. Закон Ома для участка цепи, расчет цепей постоянного тока, смешанные цепи тоже вызывают определенные трудности. Ну и традиционно формула Томпсона, идея самоиндукции, частота электромагнитных колебаний в колебательном контуре, импульс фотона, закон радиоактивного распада. Следующая группа заданий – анализировать изменения характера физических величин для следующих процессов и явлений. Опять же, плавание тел, движение заряженной частицы в магнитном поле на период обращения, явление фотоэффекта и излучение света атома. Интерпретировать графики, которые отражают зависимость физических величин, характеризующих электромагнитные колебания в колебательном контуре, и чаще всего проблемы возникают с графиками для энергии электрического и магнитного полей. Ученики напрочь забывают о том, что период колебаний энергии электрического и магнитного поля вдвое меньше, чем период колебаний заряда или силы тока. Ну, естественно, если не знают, как происходит процесс, или забывают, не анализируют, как происходит процесс в колебательном контуре, что половина периода энергии концентрируется в конденсаторе, а значит, энергия электрического поля максимальная в данном случае, а половина периода концентрируется в катушке, и, соответственно, там энергия магнитного поля будет максимальной. Следующие проблемы. Определять направление силы ампера, действующей на проводник с током со стороны другого проводника, и силы Лоренца, действующей на заряженную частицу, движущуюся вдоль проводника с током. Снимать показания прибором, но в частности прибор-манометр по фотографии экспериментальной установки. И традиционно решать расчетные задачи повышенного уровня сложности, решать качественные задачи, решать расчетные задачи высокого уровня сложности. Какие же изменения ждут нас в КИМ-ЕГЭ по физике в 2022 году? Существенно изменены будут, а изменения это связаны с тем, что в 11 класс пришли дети, которые начали обучение по ВГОС. Соответственно, федеральный государственный образовательный стандарт пришел и в среднее образование, и вот в этом году заканчивают как раз те дети, которые начали обучение в начальной школе по ВГОС и прошли все ступени образования по ВГОС. В КИМ включены задания, проверяющие следующие группы предметных результатов. Применение изученных понятий, моделей, величин и законов для описания физических процессов. Анализ физических процессов и явлений с использованием необходимых физических величин в рамках изученных теоретических положений и законов. Проверяются методологические умения, то есть проводить измерения и исследования зависимости физических величин, ставить опыты по проверке предложенных гипотез, анализировать результаты изменений. И умение решать качественные и расчетные задачи различных типов. Большая группа заданий базового и повышенного уровня направлена на проверку освоения понятийного аппарата курса физики. При этом задание строится преимущественно на применении понятий, моделей, величин или законов в различных ситуациях. Среди заданий базового уровня появились задания интегрированного характера, для выполнения которых необходимо привлечь знания из разных разделов курса физики. Поскольку на ЕГЭ по физике в силу технологических сложностей невозможно использовать лабораторное оборудование, то овладение методологическими умениями проверяется при помощи модельных заданий теоретического характера. Эти задания оценивают отдельные приемы проведения измерений и исследования зависимости физических величин. Также расширен блок заданий, посвященных оценке умения
решать качественные и расчетные задачи по физике. При этом изменились и формы заданий. Во всех заданиях теперь требуется дать развернутый ответ. Требования к решению задач тоже изменились. В этом блоке предлагаются задания как с явно заданной физической моделью, так и более сложные с неявно заданной моделью. Сформированность предметного результата проверяется в процессе выполнения целого комплекса действий. Выбор на основании анализа условий физической модели, отвечающей требованиям задачи. Применение формул, законов, закономерностей и постулатов физических теорий при использовании математических методов решения задач. Проведение расчетов на основании имеющихся данных. Анализ результатов и корректировка методов решения с учетом полученных результатов. Работа с информацией физического содержания проверяется опосредованно. В текстах заданий различного способа представления информации. Может встретиться текст, графики, схемы, рисунки, таблицы. Ну и, конечно, содержание заданий. Оно охватывает все разделы курса физики средней школы, и количество заданий примерно пропорционально учебному времени, отводимому на его изучение. Надо сказать, что экзаменационная модель ЕГЭ, несмотря на то, что она отвечает всем требованиям в ГОСТ, преемственна по отношению к экзаменационным моделям прошлых лет. Эта преемственность, она состоит в сохранении следующих групп заданий. На применение физических законов и закономерностей, на проведение измерений и опытов и решение задач. Таким образом, сохранены задания базового уровня с кратким ответом в виде числа, сохранены задания на соответствие, в которых нужно проанализировать процессы и установить соответствие физических величин и формул, по которым их можно определить. Задания на изменение физических величин в различных процессах, а также качественная задача с развернутым ответом и расчетные задачи высокого уровня сложности с развернутым ответом. Каково же структура КИМ ЕГЭ 2022 года? Состоит из двух частей и содержит 30 заданий, которые различаются по форме и уровню сложности. Часть первой работы проверяет умение анализировать физические процессы и явления и применять при их описании законы и формулы, а также оценивает элементарные методологические умения. Часть вторая полностью посвящена решению задач. В экзаменационной работе по-прежнему контролируются элементы содержания из всех разделов курса физики. Механика, молекулярная физика, электродинамика основы специальной теории относительности. Однако квантовая физика, вот элементы астрофизики, в этом году задание на астрофизику исключено. В КИМ представлены задания разных уровней сложности. Из них 19 заданий базового уровня сложности и 4 задания высокого уровня сложности. Задания базового уровня сложности проверяют овладение предметными результатами на наиболее значимых элементах содержания курса физики, входящих в содержание как базового, так и углубленного курса физики. Все задания базового уровня сосредоточены в части первой. Задания повышенного уровня проверяют способность обучающихся действовать в ситуациях, в которых нет явного указания на способ выполнения. И необходимо выбрать этот способ из набора известных учащемуся или сочетать 2-3 известных способа действия. Задания повышенного уровня распределены между частями первой и второй работы. Задания высокого уровня сложности проверяют способность обучающихся решать задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения и необходимо сконструировать способ решения, комбинируя известные обучающимися способы. Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий работы увеличился на 1 и составляет теперь 54 первичных балла. Общее время выполнения работы не изменилось и равно 235 минут. Часть первой экзаменационной работы включает в себя 23 задания с кратким ответом. Среди них
11 заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в виде числа. 4 задания на множественный выбор, в которых нужно выбрать все верные утверждения из 5 предложенных. И 8 заданий на соответствие, в которых необходимо установить соответствие между двумя группами объектов или процессов на основании выявленных причинно-следственных связей. Ну, вот теперь после анализа структуры, после всех изменений в структуре, можно перейти к изменениям и конкретным заданиям, которые встретятся в КИМ ЕГЭ 2022 года. В начале варианта предлагаются 2 кардинально новые модели задания базового уровня сложности – линия 1 и линия 2. И несмотря на то, что, казалось бы, задание базового уровня сложности, вот сейчас по опыту уже мы начинаем с ребятами подготовку и начинаем анализировать эти задания и выполнять эти задания. Задания и первой, и второй линии всегда вызывают сложности, особенно первой линии. В линии 1 используется задание на множественный выбор интегрированного характера, который проверяет понимание основных теоретических положений из всех разделов курса физики. Утверждения в задании относятся к разным разделам. Задание номер 1 относится к механике, задание номер 2 относится к молекулярной физике, номер 3 и номер 4 – к электродинамике и номер 5 – к квантовой физике. Как правило, 2 утверждения описывают формулы, 3 утверждения посвящены основным постулатам, принципам, а также свойствам процессов и явлений. Перед вами пример такого задания. Ну и, конечно, чтобы выполнить подобное задание, необходимо очень хорошо ориентироваться в формулировке всех законов и закономерностей, указанных в кодификаторе ЕГЭ по физике, ну и знать основные свойства явлений и процессов, изученных в курсе физики. Линия 2. Здесь используется задание на соответствие интегрированного характера, проверяющее понимание графических закономерностей. Пример задания перед вами. И тоже залогом успешного выполнения задания является знание всех законов и формул из кодификатора, поскольку нужно анализировать зависимости, нужно вспомнить формулу и проанализировать, какая зависимость – прямая, квадратичная, обратная, колебательное движение. Ну и не только проанализировать процесс, но еще и уметь представлять их в графическом виде. Поэтому, конечно, хотя вот за эти 2 задания можно получить по 2 балла, заработать эти 2 балла будет довольно сложно, ребята. Далее в части 1 представлены блоки заданий по 4 разделам курса физики. 6 заданий по механике, 5 заданий по молекулярной физике, 6 заданий по электродинамике и 2 задания по квантовой физике. В начале каждого блока идут задания с кратким ответом в виде числа, построенные на содержании одной или нескольких тем раздела. Далее в блоке идут задания с кратким ответом в виде набора цифр. И, как правило, в эти задания относятся к разным темам. В блоке по механике и электродинамике включено по 3 таких задания на множественный выбор, на анализ изменения величин в физических процессах и на соответствие. В блоке по молекулярной физике предлагается 2 задания – на множественный выбор и на изменение величин. В блоке по квантовой физике только 1 задание – либо на изменение величин, либо на соответствие. Также по сравнению с 2021 годом изменена и форма задания на множественный выбор. Если раньше необходимо было выбрать 2 из 5 предложенных, то теперь предлагается выбрать все верные утверждения. При этом верных утверждений может быть либо 2, либо 3. Такие задания располагаются в КИМ на линиях 6, 12 и 17. Для их выполнения необходимо провести всесторонний анализ какого-либо процесса, и пример такого задания приведен на следующем слайде. Как проводится оценивание подобного задания? Независимо от количества верных утверждений, 2 верных утверждения или 3,
Ответ на задание оценится в 2 балла, если верно указаны все элементы верного ответа. В 1 балл, если допущена одна ошибка или дополнительно к верным элементам указан один неверный. И в 0 баллов, если 2 элемента указаны неверно. Также, если в ответе дополнительно к верным указано 2 и более неверных элементов или ответ отсутствует, 0 баллов. В конце части 1 предлагаются 2 задания на проверку методологических умений, которые оставлены в КИМ без изменений по сравнению с прошлым годом. При выполнении задания 22 необходимо определить показания измерительного прибора, представленного на фотографии, а в задании 23 выбрать из предоставленного перечня оборудование для проведения исследования по заданной в условии гипотезе. И здесь выпускники, как правило, тоже могут попасться на удочку. В последнее время часто встречаются задания, в котором нужно выполнить измерение не одного предмета, а нескольких предметов и записать показания с погрешностью. Ну, во-первых, забывают, если помнят, что общее измерение нужно поделить на количество предметов, то совершенно забывают поделить на количество предметов и погрешность измерения. И еще одна беда в этом задании, что забывают про точность в показаниях. Если цена деления указана с точностью, например, до 2 знаков, то и само значение измерения должно быть тоже указано с точностью до 2 знаков, несмотря даже на то, что значение, например, целое будет. А в задании 23, как правило, ошибка заключается в том, что выпускники ориентируются просто на верные ответы и выбирают верные ответы, исходя из своих знаний, а не исходя из того условия, которое предлагается в задании. Часть вторая работы содержит 7 заданий с развернутым ответом, в которых необходимо представить решение задачи или ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или законы. Максимальный балл за решение задач составляет 37% от максимального балла за всю работу. На позиции 24 стоит качественная задача по молекулярной физике или электродинамике, и решение этой задачи оценивается максимально 3 баллами. На позициях 27, 28 и 29 находятся расчетные задачи по молекулярной физике и электродинамике, которые также оцениваются в 3 балла. Эти задания не изменились по сравнению с предыдущей экзаменационной моделью. На позициях 25 и 26 предлагаются расчетные задачи повышенного уровня сложности по механике и квантовой физике. Соответственно, они оцениваются в 2 балла. Пример такой задачи приведен на следующем слайде. И вот здесь хотелось бы обратить особое внимание на критерии оценивания решения этих задач. Они, в принципе, остались без изменения. Но хочется еще раз обратить внимание на то, что требования к полному верному ответу для этих задач не отличаются от требований к расчетным задачам высокого уровня сложности. А это значит, что они предполагают обязательную запись в общем виде физических законов и формул, применение которых необходимо для решения задачи. Описание всех вновь вводимых в решение буквенных обозначений физических величин. Проведение математических преобразований расчетов и представление ответа с указанием единиц измерения искомой величины. При этом не допускается решение без записи исходных формул, и ошибка хотя бы в одной из них приводит к оцениванию в 0 баллов. Ну и в конце варианта представлена совершенно новая модель задания. Это позиция 30. Это задание с развернутым ответом высокого уровня сложности, представляющее собой расчетную задачу с неявно заданной физической моделью, в которой требуется привести обоснование выбранной модели и использование для решения законов и формул.
Сейчас мы рассмотрим с вами несколько примеров таких задач с обоснованием выбора физической модели и развернутым решением. Условия задачи перед вами. Два груза подвешены за нерастяжимую невесомую нить к идеальному блоку, как показано на рисунке. Система находится в равновесии. Известен объем погруженной в жидкость части груза. Нужно определить ускорение первого груза и обосновать применимость использующихся законов к решению задач. Обратите внимание, что в критерии для экспертов все эти обоснования перечислены. И я так понимаю, мы в конце вот еще к этому обратимся, что если не будет хотя бы одного обоснования, то балл за обоснование не будет засчитан. Итак, для данной задачи необходимо обосновать инерциальность системы отсчета. Дальше необходимо указать, что грузы можно считать материальными точками. Безусловно, обязательно нужно расставить все силы на рисунке и указать, раз блок идеальный, то, соответственно, ниточка и ниточка нерастяжимая, то, соответственно, сила натяжения нити будет одинаковой, а значит, и ускорения будут одинаковые. Ну и условия равновесия за счет появления силы Архимеда, сумма проекций, действующей на каждый из грузов, тоже будет равна нулю. Вот эти четыре обоснования нужно будет привести и подробно их расписать. Следующая задача. Однородный стержень удерживается горизонтальной нитью. Известен угол наклона. И нужно найти модуль силы, действующий на стержень со стороны шарнира. Сделать рисунок, указать все силы. И, соответственно, в обосновании и в критериях тоже будет обязательно учитываться расстановка всех этих сил и как сделан, насколько качественно сделан рисунок. Опять нужно обосновать, но в первую очередь всегда нужно обращать внимание на то, что мы считаем систему отсчета инерциальной. Нужно объяснить, почему можно считать этот стержень моделью твердого тела и обосновать применимость правила моментов и правила равнодействующей силы, что равнодействующая равна нулю, ровно 2, так как тело будет участвовать и в поступательном, и во вращательном движении. Следующая задача – два шарика на вертикальных нитях. Необходимо найти отношение масс, чтобы в результате их абсолютно неупругого удара половина кинетической энергии, которой обладал левый шарик непосредственно перед ударом, перешла в тепло. И опять обоснование включает в себя большое количество пунктов. Опять мы говорим об инерциальности системы отсчета, о том, что шарики являются материальными точками. Опять мы должны обосновать применение закона сохранения энергии и закона сохранения импульса. Почему в данном случае их можно использовать. Максимальный балл за решение задачи линии 30 составляет 4 балла. И при этом используются два независимых критерия. Оценивание на 1 балл и на 3 балла. И вот первый критерий направлен на оценивание только обоснования выбора физической модели. Соответственно, как видите, если в обосновании возможности использования законов или закономерностей допущена ошибка или обоснование отсутствует, за это выпускник получает 0 баллов. Ну а дальше решение задачи оценивается точно так же, как и другие расчетные задачи высокого уровня сложности. Хотелось бы предложить вам несколько материалов, которые помогут и окажут методическую помощь для того, чтобы подготовить ребят ко всем изменениям, которые встретятся им в этом году неожиданно. Может быть, для кого-то, кто начал подготовку с начала учебного года, эти изменения ожидаемые, но вот даже несмотря на то, что я всегда слежу за всеми изменениями и всегда стараюсь быть в курсе всех событий, все-таки вот задания линии 1 и линии 2
банка заданий не было такого, да, и поэтому, конечно, сейчас уже они появились, они есть и, например, в сборнике Демидовой, который является одним из составителей КИМФ ЕГЭ, 30 вариантов, там очень хорошо расположены, прописаны эти задания, и в SkySmart тоже уже подготовлены эти линии заданий, и все те материалы и журналы, и какие-то интернет-материалы, и учебно-методические материалы, которые расположены на сайте ФИПИ, и, безусловно, анализ типичных ошибок участников прошлых лет для того, чтобы обращать внимание и свое, и учеников на те ошибки, которые допускались предыдущими выпускниками, чтобы не допускать их впредь. Вот все эти, перечень всех этих пособий и ресурсов перед вами, пожалуйста, для того, чтобы использовать их в своей методической работе. Ну, а я благодарю вас за внимание. Очень надеюсь, что материалы были полезными. И желаю вам удачи на экзаменах, вам и вашим выпускникам. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.